вот уже холодно, все скользко, все там дождь, там уже все. Человек отдыхает, бля. Пиздец. Нормальное место, кстати. Это там, где я снимал месяц назад или чуть больше. Непонятно, что это, кто это. Похож на бомжика, но не факт, что это бомж. Вот бывают такие люди. В центре города. Сергиев Посад лежит. С наступающим. Вот таким будет финальный ролик. О, кстати, отсюда видно хорошо, да? Заключительный ролик 2023 года. В 2024 увидимся. Будут какие-то другие. Думаю, будет положительный, позитивный год. Есть о чем, как говорится. Много тем будет для обсуждения, так что ладно, увидимся. На стримах, кстати, тоже не забывайте, у нас основа все-таки стримы. Так что с новым, почти с наступившим, у кого уже как. Но в Москве еще пока 23-й год.